Друзья, всем привет! Сегодня хочу вам показать, идея пришла внезапно, сделать такой лайфхак, да, сделать детский столик для Никиты. Это изначально идея была наша с мужем. Прежде всего, этот столик стоял, и на нем стояло много игрушек. Самое главное, делался он первоначально для паровоза. А началось все с того, что я начала убирать. И мне все время пылесосить этот стол очень тяжело. Вот железная дорога, которая на нем. Потом я вам покажу, как все получилось. Были здесь уголки такие. Я показывала, когда мы здесь делали видео, вы видели уголки, которые я все время боялась, как бы нашего Никиту не травмировала. И вот я думаю, ну надо же как-то сделать. Надо его натянуть. Мы взяли бархат, первоначально муж взял бархат и прибил его скрепками, прибил его уголками. Вот. Но оно было очень такое хлябкое. Вот. После этого, значит, сегодня решила убирать, решила пылесосить, мне это все надоело. Вот. И я вспомнила, что можно сделать вот таким образом. Бархат, он очень хорошо тянется. Все здесь сделано, видите, из фанеры. Показываю, что это все из фанеры сделано. Беру вот такие вот нитки толстые, иголка, иголочка. И бархат тянется прекрасно. Я все эти уголки убрала, а бархат подтягиваю и подтягиваю все, и подтягиваю его хорошо, затягиваю самой ниткой. Держится, вижу, хорошо. Поэтому, я думаю, получится у нас прекрасный столик для нашей железной дороги. Такая вот игровая комната. Мы сделали, чтобы стол складывался, потому что места мало. Поэтому, конечно, лучше. Вот такой издалека. Это я уже одну половинку сделала. Вот, и продолжаю делать другую. Сейчас подтяну. Здесь я вижу, замечательно натянулся бархат. Это у нас будет зеленая травка, на которой будут расти деревья и проходить железная дорога. Все ждут наши машины, крокодилы, Вот. Далее сейчас продолжаю, сделаю и покажу вам, какой получится замечательный стол. Это мне осталось. Сюда я его заверну и все так же подтяну. Вот это все, когда ты натягиваешь бархат, он сидит ровненько. Вот чем хорошо, что и красивый. И ровно можно натянуть. Можно натянуть, сделать такую ровную поверхность, по которой будет ездить и поезд, и паровоз, и машины будут ездить. И Никита сможет залезть. Подтягивается и становится ровненькая поверхность. Дальше я еще включусь. И расскажу, и покажу вам, какая получится детская комната, какой будет стол, железная дорога. До новых встреч, друзья!